Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня», и я ее ведущий Никита Васильев. Гектар земли за 100 тысяч рублей – миф или реальность? Ну, на самом деле это реальность. Да, как бы, может быть, это необычно и не казалось. Благодаря программе «Мой гектар», которая реализуется на территории нашей страны и вот уже теперь и в нашем Тверском, в нашем регионе, в Тверской области. Что это такое? Что за программа? Как принять в ней участие? И какие есть, если есть, конечно, подводные камни этого проекта? На эти и другие вопросы нам сегодня ответит наш эксперт, гость, директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что сегодня пришли к нам и расскажете нам все о программе «Мой гектар». Ну, давайте сразу вам первый вопрос, да, как бы с места в карьер. Что такое проект «Мой гектар»? Расскажите. Я так понимаю, это какая-то государственная программа. Большинство людей именно так и считает. Значит, то, что проект «Мой гектар» — это именно государственная программа. Давайте немножко уйдем в историю и посмотрим, значит, факторы возникновения и предпосылки возникновения проекта «Мой гектар». В 2014 году Министерством сельского хозяйства и Министерством экономического развития была инициирована программа, государственная программа устойчивого развития сельских территорий. То есть это программа, которая рассчитана на то, чтобы вводить в оборот земли, как правило, сельскохозяйственного назначения, которые вышли из этого оборота, нарастить, собственно говоря, значит, свою продовольственную базу. И государственные структуры, и частные структуры, бизнес, то есть начали думать, каким образом в рамках этой программы двигаться. Реально первые шаги практически были реализованы в 2016 году, когда стартовали практически одновременно два проекта. Государственный проект «Дальневосточный гектар», то есть о нем, ну, знают достаточно там много людей, он такой нашумевший, на всех теле, там, радиоканалах говорили о нем. И практически одновременно в августе 2016 года стартовал проект «Мой гектар». Что это за проект и кто его инициировал? Значит, организатором проекта является группа компаний «Большая земля». Мы одни из самых крупных оптовиков на рынке загородной недвижимости, обладаем более 500 000 гектаров земли в собственности. И мы также думали и просчитывали, каким образом развивать собственные активы, то есть не только оптовая купля-продажа, но в том числе, чтобы и развивать собственные активы. Значит, и инициировали проект «Мой гектар». Причем инициировали его на территории Тверской области. Первые поселки у нас организовались в Лихославльском районе Тверской области. Поэтому вот «Дальневосточный гектар» — это государственная программа, государственный проект. Значит, и проект «Мой гектар» — это частная программа, которая реализуется в рамках государственной программы устойчивого развития сельских территорий. То есть, так, грубо говоря, получается, вы как бы с востока страны, да, постепенно пришли вот сюда, к нам в том числе, Центральный федеральный округ, до Тверской области добрались. У нас исторически так сложилось, то, что большая часть земельных активов находится на северо-западном направлении, если смотреть от Москвы. Преимущественно Тверская, Ярославская, Московская области. Поэтому мы как девелоперы развиваем собственные активы. То есть мы берем те земельные участки, которые потенциально в перспективе могут стать поселками. И дальше проводим определенные действия для того, чтобы, значит, из территории получился поселок, тот или иной там по типу. И поэтому мы развиваем его как раз сейчас преимущественно в Тверской и Московской областях на северо-западном направлении. Я вот когда готовился к программе, да, читал комментарии, там мнения, и многие действительно, ну, удивляются, недоумевают, как это так, гектар земли за 100 тысяч рублей. Пишут буквально, да, в чем подвох? Какой-то есть подвох вообще? В чем он, если он есть, конечно? Нам ежедневно приходят тысячи заявок. Значит, интерес обусловлен именно ценой. Ну и это абсолютно понятно, это наша рекламная стратегия, маркетинговый ход, но тем не менее в этой стратегии, то есть, есть определенная идея, я сейчас о ней расскажу. Во-первых, предложение абсолютно реальное, то есть у нас есть ассортимент участков в рамках проектируемых поселков от 100 тысяч рублей, даже от 99 тысяч рублей и до 10 миллионов. Значит, ассортимент. Средняя цена, значит, гектара в поселке составляет 200-300 тысяч рублей. Но, тем не менее, вот сейчас на текущий момент у нас есть поселок Долина Селигера в Ржевском районе, по дороге как раз на, значит, долину озер, там Селигер, озеро Долгое, озеро Сик. Значит, и там гектар земли в рамках проектируемого поселка можно купить за 99 тысяч рублей. То есть это реально абсолютно предложение. Ну, то есть мы должны, как коммерческая структура, мы должны отвечать
заявленному офферу в нашей рекламе. И поэтому, позвонив к нам или зайдя на сайт проекта мойгектар.ру, вы обязательно найдете поселок, где можно купить гектар за 100 тысяч рублей. Поэтому подвохов нет. Значит, мы оформляем все в собственность, заключаем прямые договора купли-продажи. Но, тем не менее, значит, у людей много идей, и эти идеи, они могут быть сопряжены с поселками, где стоимость гектара может стоить и миллион, больше, и два, да. и три, и пять. И у нас есть эксклюзивное предложение, к примеру, Вазузское сельское поселение, это Вазузское водохранилище. Чистейшая вода — это объект Мосводоканала, резервное водохранилище, которое питает Москву. Там гектар на первой линии можно купить за 10 миллионов. Mm-hmm. Но это такое эксклюзивное предложение. Там экология, наверное, красоты, виды. Mm-hmm. Вопрос такой. Допустим, mm-hmm. человек приобретает землю, да, будь то гектар за 100 тысяч рублей, да, или вы сказали, что есть гораздо более такие весомые, солидные предложения. Mm-hmm. Подо что он ее может использовать? Цели у всех разные. Какие есть варианты? Mm-hmm. Давайте я, наверное, то есть, тогда озвучу регламент действий, последовательность действий, что нужно сделать, чтобы остаться довольным покупкой в проекте «Мой гектар». Первое — это как раз определиться с бюджетом. То есть, определяя бюджет, вы выбираете себе, значит, ваше окружение, вы выбираете себе тот или иной тип поселка. Второе — это определиться с целями использования и сроками, в какие сроки вы хотите начать реализовывать вашу идею. В зависимости от целей использования вам подойдет тот или иной тип поселка. Самый частый запрос у нас, 68% заявок приходит с запросом «хочу гектар под дачу». Поэтому основной, значит, у нас основные поселки, основной ассортимент, а их на текущий момент 64 поселка за 5 лет мы организовали. Значит, это поселки именно под дачное строительство. Где есть небольшой дачный домик какой-то, да, там пруд, сад, огород, что-то тепличное такое. Тепличное хозяйство, сад mm-hmm. посадить, значит, яблоки, малину, все что угодно. Ну, вот. Но здесь речь идет о временном использовании участка. То есть, как правило, люди проживают в городе и на сезон, на, значит, весну, лето, осень приезжают, чтобы иметь возможность там отдохнуть, поработать на грядках, да, то да, есть да. и так далее. Как правило, речь идет не о капитальном строительстве. А второй тип поселков — это поселки под постоянное место проживания. Есть категории людей, которые планируют переехать жить на природу, на постоянное место жительства. Здесь особая категория земель — это земли населенных пунктов с видом разрешенного использования, индивидуальное жилищное строительство. Чтобы была возможность, другими словами, поставить жилой дом, прописаться в нем и пользоваться всеми благами, значит, земель населенных пунктов. Такое своеобразное загородное поместье, да, если кто-то хочет, да. чтобы постоянно туда въехать и жить. Да, там. Загородная резиденция. Устали, например, да. от городской суеты, от да, городского да. Так. И чтобы можно было жить и на, вообще, то есть на постоянной основе, и зимой, и летом, и чтобы, если вы позвонили, значит, в скорую, там, пожарную или полицию, чтобы к вам приехали. То есть это именно преимущество земель населенных пунктов. Угу. Третий тип поселков — это, ну, я бы их так охарактеризовал, это фермерские агломерации, где мы даем возможность людям попробовать себя либо в качестве начинающих фермеров, приобретя гектар, два, три, попробовать себя в качестве предпринимателя, организовать какой-либо вид сельхозпроизводства. Либо уже расширить имеющееся фермерское хозяйство, если таковые. Значит, у кого там есть определенный надел земли, занимаются каким-либо видом деятельности, но хотят, значит, участок побольше. То есть тем самым мы, значит, людей разводим по целям использования таким образом, чтобы вы оказались в окружении ваших единомышленников. И не получилось так, частый вопрос от наших, также вот от наших собственников, mm-hmm. от наших клиентов, а не случится ли так, что я поставлю дом на своем участке, как раз родовое поместье, хоть, да, 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 а у меня рядышком по соседству будет свиноферма. Да, да. Нет, не получится. Поэтому задуматься о цели использования нужно заблаговременно. Но есть и четвертый тип поселков, и он очень интересный и тоже часто пользуется популярностью. Смешанные типы поселков, где, например, одна часть поселка это может быть отведена под жилую застройку, а вторая часть поселка, как правило, она большая, это земли под сельхозпроизводство. То есть можно купить участок 2-3, поставить жилой дом, ну все что угодно. И при этом рядышком иметь гектар 2-3 для того, чтобы заниматься садоводством, растениеводством, животноводством и так далее. И вот такие типы поселков, они пользуются популярностью. Угу. Ну вот у нас как раз подошло время небольшой рекламной паузы. Мы вернемся совсем скоро, не переключайтесь. Ну
Мы возвращаемся, вы смотрите программу «Тема дня». Я напомню, что мы сегодня говорим о такой государственной программе, как «Мой гектар». Сегодня в нашей студии директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин. И уже много интересного он нам до перерыва рассказал. Но вопросы еще есть. Игорь, вот, например, один из вопросов, который, в частности, тоже часто я видел на различных площадках, интернет-ресурсах и так далее. Кто собственники ваших земель? Тоже важный вопрос земельных участков. И как вот в дальнейшем работает процедура по передаче земли в собственность уже непосредственно покупателям. Сейчас отвечу, немножко поправлю. Не государственная программа, то есть проект «Мой гектар» — это частная программа, которая работает в рамках государственной программы устойчивого развития сельских территорий. Итак, кто наши покупатели? Вы знаете, мы проанализировали, то есть за 5 лет у нас больше 5000 собственников на текущий момент, достаточно большое количество. Есть люди, которые реализовали уже свои идеи, есть те, кто в процессе находится, есть те, кто еще купил участки, но пока есть идея, они ее вынашивают. Возможно, там в перспективе что-то реализуют. В большей степени, значит, это люди за 40. Это, значит, которым, ну, как говорится, то есть, когда взрослеешь, наверное, то есть, начинает тянуть к корням, к земле. Ну, вот, поэтому... Или просто устал, вот, как мы уже говорили, от взрослой суеты, может быть, к этому. Все верно, да. Значит, чтобы иметь возможность выехать за город, отдыхать от шумного города, чтобы иметь возможность родителей перевести на природу, детей приобщить к труду, чтобы не воспитывались в гаджетах, а налаживали прямой контакт с природой, с бабочками, с травкой, то есть, ну, и так далее. Вот. Это, наверное, большая часть наших покупателей. Тем не менее, сейчас заметно растет еще и категория инвесторов, то есть люди, кто хотят вкладывать деньги, в том числе в объекты недвижимости. Как мы с вами знаем, еще Роберт Киосаки завещал то, что одни из самых надежных инвестиций — это инвестиции в рынок недвижимости. Поэтому, покупая земельный участок, это в том числе капиталовложение с потенциалом роста. Поэтому многие собственники, и здесь уже речь как раз о более молодом поколении, люди 30+, 35+, кто пытается развиваться, вкладывать деньги в различные, то есть объекты, в том числе и в землю в рамках проекта «Мой гектар». То есть стараются мыслить стратегически. Все верно. Да? Ну, вот, может быть, мыслит стратегически наш слушатель, зритель, который до нас дозвонился. У нас есть телефонный звонок. Вы в эфире, слушаем вас, говорите. Добрый день. Я хотела бы узнать у наших гостей такой вот вопрос. А существуют ли какие-то вообще ограничения для участников программы? Это первое. Например, вот могу ли я построить дом на земле сельскохозяйственного назначения и обязательно на этой ли земле заниматься сельхоздеятельностью? И еще один вопрос, можно ли заниматься коммерческой деятельностью? Спасибо за ответ. Ну, хороший вопрос такой. Объемный. Ну, давайте по порядку. Да? Давайте разделим. Ну, да. Я услышал три момента, то есть есть ли какие-то ограничения вообще для покупателей, да? И вот по пунктам. Сельскохозяйственная деятельность, да, коммерческая деятельность. Рассказывайте, если что, я буду там направлять. Один из лозунгов проекта «Мой гектар» — это гектар земли каждому россиянину. И это действительно так, то есть мы продаем земельные участки только гражданам Российской Федерации. Поэтому для того, чтобы стать участником проекта, у вас должно быть гражданство. Все просто вроде как. Да, это раз. Момент номер два, то есть есть ли какие-то обременения или ограничения при покупке участка и ее использовании? Значит, мы продаем участки без обременений и без дополнительных обязательств. То есть мы заключаем прямой договор купли-продажи. Предмет договора — это передача в собственность объекта недвижимости. Это может быть там 1, 2, 3, 10 гектаров, значит, сколько захотите купить. Поэтому, покупая участок в поселке, в проекте «Мой гектар», вы покупаете его без ограничений и дальнейших обременений. То есть вы, как собственник, дальше вправе использовать свой земельный участок в соответствии с его целевым назначением. Переходим как раз ко второму вопросу. Да. Что можно делать на земле? И можно ли построить дом? Можно ли заниматься сельхоздеятельностью, то есть и так далее? Здесь нам нужно разобраться в терминах. Один из психологических барьеров при покупке земли это заключается в том, что в нашей стране достаточно сложная система, значит, законодательства, которая регулирует использование земельных участков и их оборот. Это и правовые акты федерального значения, такие как
земельный кодекс, градостроительный кодекс, водный кодекс Российской Федерации, это законы федеральные, это, собственно говоря, различные документы там, местного значения, планы землепользования застройки, функциональные планы, генеральные планы, планы ограничений и так далее. То есть для того, чтобы разбираться в что можно делать на земельном участке, а что нельзя, нужно быть либо действительно земельным экспертом, юристом в земельном праве, либо проработать в этой отрасли какое-то время. То есть я тоже начал в деталях разбираться, отработав несколько лет на рынке загородной недвижимости. Так вот, земли есть разных категорий. В рамках проекта «Мой гектар» мы реализуем участки двух категорий. Это земли населенных пунктов под индивидуальное жилищное строительство, где можно построить жилой дом, можно прописаться и пользоваться всеми благами черты населенного пункта. Это земли сельхозназначения с видом разрешенного использования, садоводства и дачное строительство. В простонародье эту землю называют дачка. Огород. Да, да? То есть все виды СНТ, все виды садоводческих товариществ, дачные некоммерческие товарищества и дачные некоммерческие партнерства как раз организованы на землях сельхозназначения с видом разрешенного использования садоводства, либо садоводства и дачное строительство. Что можно делать на этих землях? Можно построить капитальный дом. И есть определенные ограничения. Дома до 3 этажей по площади до 500 квадратных метров и до 30% от занимаемой площади значит, земельного участка. Прописаться на таких участках возможно, но, как правило, только через суд, то есть без прописки. Без прописки. Есть земли, еще отдельная категория, это земли сельхозназначения с видом разрешенного использования сельхозпроизводства. На таких землях можно заниматься любым из 20 подвидов сельхозпроизводства. Если мы откроем с вами классификатор видов разрешенного использования, утвержденный Минэкономразвития, то увидим, что там вот есть 20 подпунктов сельскохозяйственного использования значит, земельных участков. Таких как растениеводство, овощеводство, садоводство, пчеловодство, животноводство, значит, питомники и так далее. То есть можно заниматься любым из этих видов деятельности. И если речь идет о постройках, то эти постройки они должны так или иначе быть сопряжены с этим конкретным видом деятельности. Мы очень рады, я в частности, то, что сейчас правительство наше поддерживает людей, поддерживает фермеров и вообще то есть поддерживает инициативу людей, которые стремятся к тому, чтобы использовать земельные участки, открывать новые крестьянско-фермерские хозяйства, организовывать личное подсобное хозяйство. Поэтому не так давно был подписан закон Владимиром Владимировичем, был подписан закон о строительстве жилых домов на участках, в том числе земель сельхозназначения под сельхозпроизводство. Подписан он был 2 июля, буквально месяц назад. Недавно совсем. Да, совсем недавно. И это закон о внесении изменений в законодательство, в такие правовые акты, как Земельный кодекс Российской Федерации, в части установления возможности строительства жилого дома на участке земель сельхозназначения, если этот жилой дом является, входит в крестьянско-фермерское хозяйство. Тем самым этим законом нашим фермерам по всей стране. Заметно упростили жизнь. Упростили жизнь, да. Потому что это стандартная, нормальная мировая практика, когда, значит, если мы посмотрим то есть на другие страны, где фермеры, то есть ту территорию, которую они обрабатывают, они то есть там же и проживают. То есть человек не может жить на одной территории, значит, а заниматься своей деятельностью, своим бизнесом, своим сельхозпроизводством на другой территории. То есть, наконец-то мы увидели подписанный этот закон. Благодарю за это все значит, структуры, которые к этому причастны, и Министерство сельского хозяйства, и Минэкономразвития. Значит, достаточно там, мы же долго ждали то есть этот закон, и он наконец-то был подписан. Поэтому, если ваша деятельность, а сейчас это все больше и больше нарастает, запрос и тренд, запрос со стороны покупателей. Там все чаще приезжают и люди и хотят построить семейную ферму, не только с точки зрения продажи продуктов, а в том, чтобы себя обеспечивать, свою семью.
Несколько семей могут приезжать и говорить, мы хотим взять гектар, два, три, четыре, чтобы построить семейную ферму, завести там, значит, птицу, домашних животных и так далее. Вот если речь идет о деятельности, связанной с крестьянско-фермерской хозяйством, то можно в том числе будет с следующего года, с марта 2022 года, можно будет строить жилые дома на участках земель сельхозназначения. Там же, где ты работаешь. Абсолютно точно. Да. Ну, опять-таки, я вот услышал в вашем ответе, и возвращаясь вот к тому, о чем мы уже говорили, все равно нужно сразу, наверное, проще всего понимать сразу, для чего, да? Ты покупаешь землю, и потом, учитывая нашу, возможно, какую-то бумажную волокиту, да, это будет проще просто для всех. Наверное, да? Все верно. Такой еще вопрос. Смотрите, вот интересно сейчас понимать, Тверская область, да, ну, один из самых крупных регионов в Центральном федеральном округе, где у вас земли, которые вы продаете, да, где вот тот самый мой гектар можно приобрести в нашем регионе, в Верхневолжье? Тверская область нами выбрана неспроста. Значит, во-первых, сейчас Тверской регион очень активно развивается с точки зрения туризма, в том числе там и агротуризма. Это, ну, благодаря, собственно говоря, то есть политике и действиям, которые сейчас проводит Игорь Михайлович. Значит, и регион активно развивается. Значит, мы видим массу локаций, точек, которые, то есть, вырастают. Это не только Завидово и Конаково. Ржевский район сейчас очень активно развивается. Старицкий район, значит, Калининский район. Значит, Ржев, то есть, вообще сейчас делают туристической точкой там, притяжения. Ласточку пустили из Москвы. Новорижское шоссе будут расширять, за Волоколамском делать многополосное движение. Трассу Тверь-Вязьма сделали тоже федеральные, будут ее расширять. То есть очень активно все это развивается, и я этому очень рад, и не только я, и все наши, то есть соотечественники. Ну вот, то есть видно заметное улучшение благодаря как раз действию администрации Тверского региона. Поэтому мы выбираем интересные локации. Значит, один из критериев выбора участка из числа наших материнских активов, которые мы проектируем в поселке, это как раз интересная локация, которая находится рядышком с водными объектами. Mm-hmm. Таких объектов очень много. Это и крупные, значит, там, водохранилище, Вазузское водохранилище, Вышневолоцкое, Мстинское водохранилище, такие озера, как Селигер, озеро Пирос, Княже озеро, крупные реки, такие как Волга, Тверца, Осуга, Коша, Медведица, Держа и так далее. Поэтому локации проекта «Мой гектар» можно найти в Лихославльском районе, Калининском районе, Конаковском районе, значит, Старицком районе, район Сележарова, Ржевский район, Зубцовский район, значит, ну, практически и даже в районе Бологое. И даже в районе Бологое, которое тоже пользуется популярностью, там чистейшее озеро Пирос, начало Валдайской возвышенности, и в том числе для жителей Санкт-Петербурга, оно очень интересно. Ну, благо, да, водоемов у нас в Тверской области много, действительно, как вы сказали, это и реки, и озера, и водохранилища, всегда можно найти какой-нибудь, да, уютный уголок, где можно и отдохнуть, и порыбачить, и на лодке, да. Поплавать, и... все верно, да. Да, это здорово. Вопрос инфраструктуры. Всегда важен для тех, кто переезжает из города, где всегда все под рукой, мы знаем, да, магазины, различные какие-то сервисы и так далее, свет, газ, все есть. А вот как, что нужно знать, да, тем людям, которые приобретают землю в рамках проекта «Мой гектар»? Газ, свет, дороги, все ли есть? И не получается ли так, что, допустим, человек вдруг купил землю, а там как бы чисто поле, да, как у нас говорят? А какие критерии? Продолжу, собственно говоря, да. То есть тогда ответ. Какие критерии мы еще предъявляем к участкам перед выбором их, чтобы, то есть, далеко не все наши активы могут стать поселками в перспективе. То есть мы выбираем по следующим критериям и параметрам. Помимо наличия водоемов, что важно? Важна круглогодичная транспортная доступность. Для того, причем, то есть мы смотрим, выбираем такие активы из числа, которые прилегают либо к федеральным трассам, это либо Новорижское шоссе, либо Ленинградское шоссе, либо, значит, которые граничат с дорогами, на муниципальном, которые стоят на муниципальном балансе. Для того, чтобы собственники всегда могли добраться до своего поселка, чтобы не тратили деньги на то, чтобы расчищать дороги и ремонтировать их, чтобы, то есть, это делалось либо из местного, либо из федерального бюджета. Второе — это наличие развитой инфраструктуры поблизости. То есть мы четко понимаем то, что инфраструктура поселка может строиться даже десятилетиями. То есть для того, чтобы появились в своем поселке внутри, появились свои магазины, детские сады, школы, ну, любые объекты
социально значимые места общего пользования, то Москва не сразу строилась. То есть нужно время. Поэтому мы проектируем поселки таким образом, чтобы рядом находились крупные населенные пункты, такие как город Тверь. У нас поселок Лесная усадьба в 10 километрах от города Твери. Совсем близко. Значит, Зубцов, Ржев, Сележарова, сельские поселения городского типа, такие как Погорелое Городище, Княжие Горы, чтобы у собственников шаговой доступности, либо чтобы прямо недалеко можно было сесть на машину и доехать до всех благ цивилизации. Магазины, аптеки, школы, детские сады, полицеи, там, станции полиции и так далее. Ну, вот. Что еще важно при выборе? Мы обращаем внимание на наличие коммуникаций. То есть обязательно электричество. Значит, если речь идет о поселках для постоянного места проживания, обязательно газ, то есть наличие газопровода рядом, и чтобы были заявленные мощности, чтобы на эту территорию мощностей хватало, чтобы обеспечить все участки там, на перспективу электричеством и газом. То есть в случае дальнейшего расширения, которое присутствует. Да. Значит, то есть это обязательное требование, параметры, если это, ну, мы смотрим, что будет, то есть электричество должно быть там не одна ветка, а несколько веток, либо которые заходят в поселок на территорию, либо проходят по границам участков. Ну, вот, подключаемся к электричеству мы в рамках государственной программы льготной на электрификацию. Это 861 федеральный закон. Льготная программа на подключение, на подключение электричества. Знаем с вами то, что Владимир Владимирович обещал все населенные пункты в скорой перспективе газифицировать. Поэтому, выбирая сейчас участок из земель категории с видом разрешенного использования ИЖС, перспектива газификации, она гарантирована. То есть вопрос о коммуникации, которые подходят к поселку, они решены за счет того, что мы выбираем те активы, которые отвечают этим требованиям. А вот дальше вопрос относительно развития внутренней инфраструктуры. Дороги, электричество, организация мест общего пользования и так далее. Здесь вопрос строительства базовой инфраструктуры ведется за счет нашей собственной сервисной компании. Мы четко понимали то, что люди, которые покупают участки, дальше нужно этим собственникам оказывать помощь, чтобы поселок действительно стал поселком. Пригодным для жизни. Ну, вот, причем, то есть, начинается все с проектирования. То есть поселок сначала должен появиться на бумаге. Это огромный труд проектировщиков, сметчиков, инженеров, дизайнеров, архитекторов. Пройти все этапы согласования строительства, а уже только потом приступить к строительству дорог и там, всех коммуникаций. Проведение всех коммуникаций. Все базовые решения по строительству инфраструктуры поселка принимают собственники. То есть в сердце, в ядре проекта «Мой гектар» лежит идея коллективного развития территории. Значит, она очень схожа на садоводческие товарищества, потому что там тоже коллективно развивается СНТ, инфраструктура. СНТ, которых у нас много везде. Да, но только это СНТ, где участки не по 5-6 соток, а где участки по гектарам. Собственники принимают участие путем голосования в личном кабинете. То есть мы оградили людей от абсолютно деструктивных вот этих вот очных собраний, когда участки... Все решается онлайн, можно сказать. Все решается онлайн, так. Да. У собственников есть личный кабинет, он заходит в свой кабинет, видит голосование, повестку дня, принимает участие в голосовании и видит, кто как проголосовал, как распределяются голоса. То есть для собственников это удобно, потому что он не тратит время на это. Для нас это удобно, потому что мы за очень короткий промежуток времени получаем ответ, набираем кворум от собственников. И охват, да. Да. Значит, по тому или иному вопросу строительства базовой инфраструктуры. И отдаем это решение в сервисную компанию на исполнение. Решили собственники построить дороги? Какой тип? Грунтовые дороги, дороги отсыпаны ПГС или асфальтовые дороги, или вообще технология укрепления грунтов, европейская технология ресайклинга. У нас даже есть собственная техника. Мы в 2018 году сформировали свой дорожно-строительное управление. Мы закупили всю дорожную технику. Это большого стоит. И научились делать дороги. То есть мы делаем дороги самостоятельно. За счет этого снижаем стоимость строительства базовой инфраструктуры поселка. А за счет формата онлайн-голосования, значит, где собственники принимают решения, мы существенно быстрее строим инфраструктуру, чем в тех же самых садоводческих товариществах во всех СНТ. То есть если у нас поселки зоны стандартного развития, то строительство базовой инфраструктуры, дороги, электричество, въездная группа, охрана, КПП, значит, все юридические моменты, чтобы этот поселок был на бумаге, как с зарегистрированным кооперативом собственников, происходит это все за 3 года.
Если это зона интенсивного развития, значит, где мы форсируем строительство инфраструктуры, еще не начиная даже, то есть как только мы открываем продажи, мы уже начинаем делать все вот эти инфраструктурные вещи. Полтора года, в два раза быстрее. Всем быстро, да. Угу. Игорь, ну у нас, к сожалению, заканчивается время нашего с вами общения. Давайте коротко, в заключение. Несколько шагов простых. Что сделать, что нужно делать, да, собственнику, который хочет приобрести вот тот самый мой гектар. Самое основное. Куда идти, на что нажимать, кому звонить? Ну, во-первых, да, нужно определиться четко с целью, что вы хотите. Вы хотите дачу, значит, или построить жилой дом для постоянного проживания, или хотите заниматься фермерством, или, может быть, и то, и другое. Далее все достаточно просто. Заходите на основной сайт проекта «Мой гектар», мойгектар.ру. Там всегда есть актуальный список поселков, которые находятся на стадии реализации. Причем самые выгодные цены, они именно при старте продаж. Значит, то есть самые выгодные цены, то есть вот как раз это 100, 200, 300, 400 тысяч рублей, что в среднем ниже рынка в 10 раз. Либо звоните на центральный телефон нашей компании 495-545-43-23. Попадаете на земельных экспертов, которые у вас уточняют те параметры, которые вам важны, необходимы при выборе участка, и они вам подберут и нужный тип поселка, и в рамках этого поселка те участки, которые будут соответствовать вашим требованиям и критериям. Участок на просторе, в поле, в лесу, залесенный, на реке, у озера. Участков масса. Ну вот. Но лучшие участки приобретают в первую очередь, поэтому лучше поторопиться. Торопитесь. В общем, да. Если вы давно мечтали о каком-то загородном доме или загородной резиденции, да, родовом гнезде, как говорят, да, или хотите, допустим, открыть свой небольшой бизнес, какую-нибудь ферму и так далее, то звоните в проект «Мой гектар». Я напомню, что сегодня о нем нам рассказывал директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин. Игорь, спасибо большое, что к нам сегодня пришли, все рассказали. Благодарю вас спасибо за то, что пригласили. Большое. Я напомню, вы смотрели программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. До свидания и удачи!